Когда уже...
начнется. Ты же начинаешь. Еще раз поздравляем Ленку Данилевскую сегодня с днем рождения! Ленка! Отлично! Коллектив волшебный под названием «Культурная бездарность». Для вас сегодня на сцене... Хуй знает, не, но, я надеюсь, что они не последний раз. Конечно нет! Мы говорим особо «Бердянство»! Yeah!
называется «Кровь на постели». Подождите, ребята, мне кажется, у нас умер барабанщик. Барабанщик, просыпайся, барабанщик. Кишка, вставай, ёбаный рот. Гитарист зовут Хрюка, просто у нас барабанщик. Хрюка! Охуенно, Хрюка! Да, у нас барабанщика зовут басиста. То есть он мне кишки... Подожди, молодой человек. Подождите, не очень свежие молодые люди. Сейчас все будет. А при чем тут только Бося? Потому что Бося брат. Ты жив? Что? Барабанщики здесь умерла беда.
все-таки бочку нам починить, педаль поверните. То есть, как бы, без... Я вообще еле вывез. Я вообще не понимаю. Что происходит? Вообще, пиздец, чисто рандомно. Захар! Помоги с педалью! Чё орать-то? Баловаться не надо? Баловаться не надо! Педаль чиним вашему барабанщику! У тебя педаль работает? А ты укрутила? Чё с педалью? У меня её нет! Да он разорвал, блин! Давай! Ладно, пока не работает педаль, мы будем петь под гитару. Давай медленный танец. Что? Лирику, медленный танец. Лирику, да? Давай, Лирику, медленный танец. Короче, дамы приглашают кого-то. Кавалера, блядь! Левый танец, ладно! Давай! Вон, парня возьми, давай. Лягу спать рядом с подругой дома, ею сделаю законною женой, до свадьбы приглашу только его с тобой. Ой-ой, ой-ой-ой, кореша, болту-бал, мы не можем умереть. Thank you.
папой родным. Северный мальчик, северный ветер, северный папа, северный дом, северной речкой, северной свечкой, северный папа. Шоу почтальон. Захар, почини нам педаль, у нас концерт срывается. Делаем при всем возможностям, подожди. Давай на басу что-нибудь такое. Бам-б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 ам. Сейчас скоро все будет, надеюсь. Он забрал слово. Вообще похуй. Давай. Это же ваш волшебный барабанщик. Как тебя обозвать там? Басист пидорас. Нет, короче, не басист пидорас. Технический перерыв на 10 минут. 25. Покурите, пописывайте. А мы пока это постараемся починить. Давай, ты я ваш волшебный барабанщик. Я лучше оставлю так, а оставлю потише. Все, да? Окей. Сейчас сделаем песенку, вот вообще в принципе. Культурная бездарность, чем у вас заявляется? Бабкаёб! Здорово! Бабкаёб! Давай! 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 Подожди. Мне прям хуярит, прям пиздец.
выиграла Вера Кошелева. Вот я гулёк, и вон Вера разошлась. Тропу до Веры, тропу до Веры, разойдитесь. Вот Вера, он поебал. Получил настоящего леща. Браво! Браво! Зарина сразу. Гугино, ты наш любимый. Ты только что получил леща лещом. Да, Гугино. Следующая песенка очень простая. Я сейчас маленечко отойду, и Бося, ой, вернее 25-й нам поможет. А что за песня-то, а? Рыба? Это рыба! А что за песня-то, милый? Песня про жизнь! А что мы играть-то будем? Что хотите, то играйте! Да ебал, ты что-то хуйня, блядь! Давай нормально выпускать, а! Ренат, блядь! Ты куда пошёл? Ты куда пошёл? Ой, блядь, нахуй! Алло, салют, Сантьяго, салют, Терон, любимая, thank you.
зачет. Тебе, знаешь, ставят зачет так. Автомат. Да, автомат. Там ты пришел, там тебе раз. Тебе уже там штамп стоит. Вот тебе в сиськах, сейчас зацепишь. Убери. Ждем дальше. Давай. Следующая песня будет та, которая не состоялась, но сейчас состоится, потому что нам починили педальку, и мы теперь охуевшие велосипедисты. Песня о взаимоотношениях, о том, как нужно правильно выбирать половой партнер. Поехали! Своей второй половинкой. Да бог, и уже поняли, что дальше ловить нечего. И решили устроить последний секс. Фу секс, да, фу.
Как можно живого человека такую письку вообще? Wow, that's a mistake!
Держи. Это читрик, ты хуяк! Хозяйственным мылом. Я такого еще выступления не видел. Блин, подожди. Очень хороший канал. Теперь у меня есть трусы. Ура! Настоящие. Охуительные трусы. А теперь помоги мне их надеть. На голову. Они должны быть на мою гроба. Такая ловка. Пеструн на месте. Итак, мы сейчас зовем человека из аудитории. Его зовут Саша Какаша. Саша Какаша. Это я. Во, Саша Какаша пришел. Он выиграл тоже конкурс. А может он и не выиграл. Песенка про то, как человек шел по улице и на него накакали из окна высокого дома. Ебаш. Сам не понимаю, что это как хуйня. Хочу. Да потому что съебали, все постоянно говорят там, вот мы такие охуевшие панки, давай, вот я там не есть пыло, когда правил. Стой, я сейчас со сцены сойду.
Yeah.
Александр, вернись на барабаны. Раз, два, три, четыре. Бося, все, наша завершающая песня. Подожди, пацаны в дроп-д перестроились.
тебе, что долго путей. Спасибо. И на этом мы кончили. Охуенно! Ну что ж, ребята, еще раз восторг от бездарности культурной или культурной бездарности. Как больше нравится-то? Джем, это супер! Джем, это супер! Что-то никто не уехал. Большое! Ура! Ребятам, которые вам сейчас отыграли, ребят, похлопаем! Большое спасибо! Большое спасибо. Ребята, это было здорово, это было нечто, нечто ужасное, нечто интересное, как минимум. И, кстати, не стоит забывать, что сегодня у Елены Водолевской день рождения. Лена! Поэтому с днём рождения! С днём рождения! С днём рождения! Солнышко, включи какой-то музыку, пожалуйста. Потом видос увидишь, как...
Да.